Сегодня расскажу, как сделать ловушку для фазана. Способов есть много, но каждый из них сам по себе лучше. Первый способ с петлей. На этих картинках показано множество способов, как сделать петлю на фазана. Но есть и на зайца. Второй способ – пирамида на фазана. Фазаны не очень аккуратны, когда подходят к нашей пирамиде, они задевают палочку, которая захлопывает нашу ловушку. Всем пока, до новых встреч!